вам. Ща пизданется, я снимаю. Сорвался нахуй. Пиздец. Такой момент запахать. Пиздец. Я переворачиваюсь на тебя, и свою шилку падает. Блядь, слышишь, эту хуйню на километр снесло. Да нормально, то все рядом упало. Я ж на карте вижу. Нет, оно еще падает, оно уже на километр отнесло. Самая первая эта шилка прилетела. Ой, блядь, тунгуска. Ну прям в тебя упало? Метров 20 оставалось до меня. Оно упало прямо на Мартра, блядь, просто в башню, в башню. Ну, блядь, за бомбометание тебе просто 10. Сейчас будет шоу, не, где ПЗРК ебы? Последняя очередь подрублю. О. Это кто? Это я. А почему без звука? Ой, ну без шума. Со звуком. У меня нету. Куда смотреть-то? Я ж надеюсь, там ничего не рухнуло. Он заехал к нам. Пиздец. Вот как ты строишь его? Так я строил, блядь, не давали. Почему мне дали пиздец? Даже батык нам заезжает, ну еб твою мать, блядь. Иван, канал. Ты серьезно? А у меня такого нету, блядь. На юго-запад ушел. Еще пройдет. А. Тихо тогда. Есть. Техника впереди, слева. А, все, минус пушка, минус башня. Вози. Вози. Они вышли. Все, стой, я чинюсь. Кажется, там все мертвые. Космос стоят. Охуенно. Ты красавчик, Иван. Давай тогда.
Нихуя себе. Бывает и так. Иван, ты поднимешь? А как это так получилось? Ну, нас подбросил выше домов, на крышу и так. Может, ты выключишь там? А я не вот так выключу. Неправильно. Нужно вот один вылез. Ты где сидишь? А вот пройди. Ты имею в виду, ты сидишь на ганнере или где? Да. Серёг, выгрузи Костю, я теперь не могу вылезти. Блядь. Да пиздец, у меня... Вытащи Костю, Серёг. Потому что я сейчас... Через колёсико мышь. Выйдись. Только не садись на его место, иначе у тебя камера будет за ним, а ты будешь как ебанутый бегать, вот так как я сейчас. Ты думаешь, я своего лица смотрю? Я смотрю твоего лица сейчас. Ну, Серега, блядь, ты вытащи меня, блядь. Серега, ну ты что делаешь? Вытащи его. Вылез техники через колеска мыши, вытащи меня. Вытащить раненых. Танк, вытащить раненых. Ну или подобное. Тоже ты не понимаешь. Знаешь, вот звук модема, когда включается. Вытащи из танка вот из этого раненых. Что непонятного? ОМГ. Мы сломали Сергея. Ты видишь, как я не знаю, как это случилось, хуйня. Я думал, я сейчас на то место сяду, тебя выкинет, блять. А теперь я вот здесь, блять, моя камера где-то, блять. Спасите, помогите. Ну подожди, вытащи, ты же можешь это сделать? У меня нет колесика мыши. Я, понимаешь, как бы... Я могу менять оружие, но тут здесь сейчас вот стрелять могу, нет? Где стрелять? Серёга просто топ, я не знаю, что у меня нашло, блядь. Понимаешь, блядь, ты сдох, я до сих пор не могу в себя вернуться. Умирай. Господи, как это будет вообще возможно? Объясни, пожалуйста, что с тобой? Ready for orders. Ку-ку. Чего ты молчишь? Ку-ку. Да. Ну ку-ку дело там было. Я не слышал ни хера. Ну ку-ку. Они на меня загрелись, блядь. Твои боты, блядь. Ты жив или пиздовав ли? Нет, я в танк сел. Противник солдат с ПТО. Слышишь, ебать, солдат с ПТО, нахуй. Отмени цель, слышь. Уводи, ребят. Сейчас. Я уже вот он, блядь. Он не выйдет. Уходите. Вот и помер дед Максим, блядь. Шестой. Вот и я понял. Вот такой след. Сейчас живи. Я факту окном. Я уже. Ну понятно. Живи, не живи. Кустан какой-то, блядь. Сел?
Нет. Угу. А, да. Ебать. Сука. Блять. Он остановился. Нет. Ему жертва нужна была. Остановился? Вставай. Лови его, блядь. Давай, ёбаный шашлык. Одно? Одно. Там каких-то еще 6 по 6 осталось снарядов или это. Я сейчас сорвай. Блин, красиво, только мы их увидим. Надо разгоняться, не ремедляться. Я уже все подсмотрим, да. Не успеем увидеть. Есть еще одна. Еще, вернее, несколько. Как только по ней долетел, она или нет. Пускай сейчас. Что угу. Возьми жук, мы увидим. Чего? Это угу, кого-то сарказм, блядь, ники. Да ты разгоняйся, мячку, не успеем за ней. Она медленная. Тем более, я не замедляюсь ни разу. Это не атомный взрыв, я сразу говорю, блядь. Не типа. Она мощная, блядь. Пам-пам-пам-пам-пам. Бывает так, пацаны. Бывает так. Ну, почему, просто блядь? Просто на ровном месте, по-моему, просто она взорвалась. Вот из-за нет? Чего? Забор тут, он по забору проехал. Да он вообще на месте стоял, он даже, блядь, не успел ничего сделать. Сука! Что это, блядь? Все, походу, починили. Сходу. Тихо! Не таранься! Дурак, блядь! Сука! Стой, блядь! Блядь! Мало он вообще. Опа. Там еще две штуки. Три. У меня? Да, там же. По фронту. Четыре, ебать. Охуеть! Минус пять джипиков, да, короче? И на браво пошло движуха. Только тунгуску мне не разъебите, блядь. Вижу, да. У нас конвой... Лео стоит рядом с базой. Конвой смертников просто. Ой, еще один подъехал. Тоже получил. Точку, в общем, я отбил, я так понимаю, да? Угу. Шок. Контент. А, еще пятый. А, это шестой или какой? Я не знаю, я шестой, уже. Шестой, блядь. Наш первый, а, ну... это был пятый, блядь. Первый был, это гениально. Ну, это можно сказать, Friendly Fire. Первый это был пятый. Води, ребят, подожди. Раз, два, три, четыре. Это седьмой уже был. Джипы только. Пулеметы. О, восьмой, глянь. Блять, такая хуйня, блядь. Еще бетер подъехал. Еще два бетера подъехало, вернее.
Я сейчас смотрю на эту дорогу, блядь. Один им проект. Охуеть не встать. По второму начало стрелять. Я даже здесь слышу. В том треугольнике. Вроде должна быть. А у меня пищит система наводки, что делать? Да ничего. Да полезно, короче, да? Да, он даже дымы выпустил, прикинь. Вынеси что-то штуку перед тобой. Не могу, у меня залагает, блядь, все, я даже не могу их пересадить к себе. Пожалуйста, наведись, я тебя умоляю. Давай. Он же сейчас даст линию быстрее, чем я ему. А, это этот что ли? БМП не БМП, которая? Ну тебе может пушка сломать с башни. Я понимаю, но вот я нажал огонь секунд 5 левый назад. Контрол, блядь. Левый контрол, левый контрол. Ёбаный, блядь, пиздец. Майкл Бэй приехал. Вот я не знаю, когда последний раз градом отрабатывал, у меня до сих пор это вообще. Где вход стоит? Да. Это он все еще стреляет, или вы там попеременно, блядь? Попеременно. А, охуеть, блядь. Отъедь от него, пожалуйста. Я не могу, у меня все выбито. Он сейчас пушку поднял, перезаряжается, да? Вот я поднял только что. Вот я кручу башни. Хоть повернись как-нибудь, я не знаю, я же не могу попасть. Ладно. Не попал. И вот я увидел это говно, он мне, конечно, убил, блядь. Ну все, короче. Ну, и ФПС отпустило сразу. Ты видишь это? Да, у меня ФПС резко. ФОП больше не под угрозой, потому что и город больше не под угрозой. Ну, видите, боты, блядь. Просто они удалились, блядь. Я лечу. Что, у тебя пульт был? Да. Ты без заднего? Почему? Вопрос. Ну просто как ты летаешь странно. Конечно же, все насрать. Столько ПВО было. Да. А, нет, не насрать, кто-то начал. А, о!
Я думал, туда даже смотреть не смысла. Он ожил. Да. Не быстро, не быстро. Это не твои, надеюсь? У меня там никого нет. Ну все. У меня больше никого не осталось. Мы нереально что ли там гусеницы сбить? Не знаю. Он заехал к нам на базу опять. Понял. Нахуй ты на крышу встал? Как вышку возьмешь? Есть на базе. Взял. Алло, блядь. Я без тебя. О, начало. Приехал черт, блядь, хуй его знает, что Фума, блядь.
куда подвести надо? К танку ты где-то стоишь там сейчас? Куда? Что? К Ремку. Там Пума ездит, я прямо у него, блядь. Еще до этого за DLC Jets, блять, поэтому у нее все еще все плохо. Угроза, короче, уровень кукурузника. Хера себе, блять, кукурузник. Ну если ты повиражишь от него, я виражил, в принципе, от него. Да все, ему вафля, мне 900 метров до базы, и он сейчас пожалеет о том, что он тут существовать начал. Он сейчас очень... Он что ям провалился. Я с миражом ножницы делаю, блядь, если знаешь, что это такое, блядь. Да не так уж на кастере равно, если у него есть вспышки. Ну, вспышки есть, а ракет нету, блядь. О, все, до свидания, отлетался, короче. У нас, кстати, по базе два бота немца ходят. В общем, они разъебали все здесь. Потому что тут стационарных ЖК нет. Mm-hmm. Понятно. Ебать, хохма, пиздец, два немца пришли, блять, на базу, нахуй, всю разъебашили. Начало, как будто звучит как начало анекдота, блять, да. Ну так и есть, чё. Один ушел, сука, трое осталось. Бэм! До свидания. Минус три. А, нет, минус два, один живой, но контуженный. Вот несколько взрывов было, я думал спросить тебя, ты их тоже слышишь или нет? Я их тоже слышал, но я не знал, что это такое вообще, блядь. По-зверски. Блядь, немцы. Нильско, немцы. Вот на русское оружие, блядь. Тихо-тихо, не подставляй меня. А ты где? Пошли туда. Так, мой щитовик, блядь. 99 уровень. Там слева, осторожно, стоит еще одна такая же. Она будет как-то подъезжать еще. А-а-а, да. Блядь, давай вот так вот. Как не в тех вот так же. Они опасны, ты понимаешь? Я понимаю. А, они слышь, они не в боевом положении, блядь. Там командир сидит высунутый и механик-водитель. Тихо-тихо, я боюсь себя убить, ты ко мне ближе подойди, сейчас. Или тебя не убьет стенкой. Можешь ты убить. Да. Бля, все в боевом. Давай быстрее, 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 быстрее. Я не успел! Но я могу стенку двигать. Как тебе такой его маска? А я куда-то еду постоянно, подожди. Слушай, можешь меня еще раз вырубить? Только один выстрел. Вот теперь правильно. Что будет происходить? Да. Ну, сейчас я в космос должен улететь. Давай. Стой, 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 я не готов. Подожди, подожди, ты в развалочку. Да ёб твою мать.
осторожно. Давай. Ну ладно. Давай мы тогда от этих сначала избавимся, идем близко. А, я знаю, что надо сделать. Подойди, пожалуйста, к нему. Но это не я сделал. Ну, тоже неплохо. Отойди. Во-первых, это красиво. Это с какой стороны-то? А, это самолет. Интересно маневрено, конечно, для рабочих. Все, никакая группа нам не страшна. Если бы, конечно, он у нас рано на хвосте еще не сидел. Ёбаный, прощай. Он полетел или как?